Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. У нас третий день идут дожди сильные. Я вот приехал посмотреть на наш Стерлянский пруд. Но вода добавилась, но не критично. Все держится под контролем. Такая вот красота. Тишина. После экстремальной жары к нам пришла прохлада, дождь, все оживает. Вот наша плотина. Вот водичка переливается. В общем-то, воды немного. Несмотря на такие дожди. Такая уточка дикая, опа, булька и все. Как далеко вынырнула. Вот она. Опять булька. Ну, красотка. Ну как далеко. Плыла уточка. А нет, не она, вот вторая-то, которая рядом ныряла здесь. Чуть-чуть видать. Запясть. Вот она. Все. Ну ладно. Такой наш пруд. После дождей. Ну, спасибо, друзья мои. Посмотрели. Показал я вам наш Стерлянский пруд. Выполнил просьбу своих друзей, которые просили показать его, потому что идут дожди. Все беспокоятся. У нас горы,
большая вода всегда приходит после дождей. Но сейчас, в общем, все нормально. Все хорошо. Ну, всем пока, мои друзья. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.